Снова всем привет. Вы на канале Hot Game TV, как обычно. Сейчас нам нужно спасти Люаргана. А почему туда указывает? Куда-то не туда, не на тот гейт. Хотя нет, все верно. Неплохое такое такси, да? Почему в Минске таких нет? Или где вы там живете? На такой маршрутке я бы полетал. Хотя не, вряд ли. Я высоты боюсь. А, она даже не пристегнута. Территория республики. Интересно, а здесь можно встретиться с вражеской фракцией? Он где-то тут должен быть. Или нет? Хрен его знает. Stand by for examination and suggested вот на Татуине можно. Вон Крохед сгонять, наверное. Я не пробовал. Ну, если играть за империю. За республику там в Масылу. Так, на север. Если к врагу хотите заехать в Масылу. Так, куда здесь дальше? Сюда, что ли? Да, похоже, сюда. You need my expertise. Поспи немножко. Давайте-ка откроем кодекс. Хаус Рист.
кто хочет почитать, вот почитайте. На паузу поставьте. Так, ладненько. Ой-ой, ой-ой. Что мне тут надо сделать-то? Find Lurgana. Find Lurgana. И где же тебя найти-то? Может там? А, вон, точно, камера. Так, оверсира победить. Оверсир. На F. Ой, не то нажал. О, удар критический. Вот этот удар, который у меня на R стоит, спиннинг страйк, срабатывает только при 30% здоровья у цели. Чтобы его применить, нужно рассчитывать, когда его применять. А я, например, в PvP вообще не обращаю внимания, когда там доступны какие навыки. Вообще, для меня это вообще полностью бесполезный навык. Я им никогда не воспользуюсь. Потому что я не увижу, что он готов к использованию. Разве что буду намеренно смотреть. Да. Благодаря доброте, thank goodness. Так. Такое у них выражение. Ну, у нас вперед, слава богу. Что я здесь? Я дом оторал. Они просили о союзе. Я собирался встретиться с ними. И слава богу, что ты тут. I'm glad I was able to make it in time. Thank you. I'm still a little sore, but I'll live thanks to you. I was going to meet with House Tyrol to discuss the marriage alliance when these assassins swooped in and knocked me off my Thranta. I woke up here. But were they trying to prevent the alliance? Who would want to do that? Короче, он собирался... Он уже второй раз это повторяет. Собирался встретиться с Таралами для заключения союза, но, в общем, его поймали, и он начнулся здесь. Они собирались предотвратить союз. Зачем им это понадобилось? Without the marriage alliance, I can't get to the summit. Maybe someone doesn't want me to go. Who would care if you went to the summit? Though now that you mention it, as I lost consciousness, they were talking about Master Sidoni. But how could she be involved? It has to be a frame job. It must be. Так, короче, они хотели предотвратить союз, чтобы я не попал на саммит. Но кому бы это понадобилось, рассуждает Лиоргана. Короче, когда я проснулся, я слышал, как они разговаривали с мастером Сидони, которого нам нужно спасти и вылечить. Ну, как она может быть замешана, он говорит. Это, наверное, подстава. I believe Master Sidoni is very ill. But if I can get to the summit, I hope to help her.
I just want to trust Master Sidoni. I'm sorry. My head. I still get these pains from the fall. I can't leave here until I know if Master Sidoni was involved. The kidnappers used to go into the other room to contact their employer. I'm sure we'll find a comm device there. We just need to see who they've been calling. Короче, он не может уйти отсюда, пока мы не узнаем, замешан ли мастер Сидони вот в его похищении. Нужно, короче, идти в какую-то комнату там соседнюю и узнать, с кем они разговаривали. Чё так медленно идёшь? Наверное, мне не обязательно его ждать. Надеюсь, вы это не слышали. Я перекусил немного, так что. I told you I can't. Oh, Jedi, I appreciate your desire to help, and I will be sure to praise your zeal to Master Yuan. But I am extremely busy right now. I can't afford interruptions. О, это же мастер Сидони на голографическом приемнике в доме Ристов, где удерживали Лео Органа. Ух ты. В общем, она отговорочки какие-то, я не могу еще разговаривать. Я очень занята. Не могу позволить меня прерывать. Why is your hollow frequency in House Rist's computer? I would assume it's because Rist was invited to the summit. Now, if you'll excuse me, Jedi, I have very important work to do. Wait, Master Sidoni! I don't understand. What was her frequency doing here? Да, вот она не понимает, он не понимает, почему она связывалась с Ристами. I assure you, Master Sidoni is not herself. Should she be leading the summit then? She could do something terrible. Please, I need to get out of this place. My head is killing me, and I keep looking over my shoulder expecting more assassins. I'll see that the Organa-Tiral alliance is finalized, and that you get to the summit. Короче, сказал ему, что мастер Сидони больна, а он говорит, что она не должна в таком случае вести саммит. В общем, он убедится в том, что союз будет заключен с Таралами. Так, куда мне там дальше? В дом Таралов. Вардпост. Давайте телепортируемся, чтобы подолгу не ездить туда-сюда.
I don't understand. Why would you want to risk it? Lord Tyrell, without risk, there can be no glory. The only way to avoid risk is to avoid war. But that's not very effective or fun, is it? No, I suppose it isn't. Ah, Jedi, welcome back. General Vox and I were just discussing strategy. We haven't stood this proud since our house was young and building its first alliance with House Pantir. Thank you, Jedi. Короче, они тут обсуждали стратегию. Что-то там рискованно было делать, говорил лорд Тарал, а он говорит, ну, генерал этот Вокс, которого мы склонили на нашу сторону, говорит, типа, чтобы избежать риска, не нужно воевать, но если не воевать, то ничего не достичь, что-то в этом роде сказал. Мы никогда не были так горды в последнем предложении. С тех пор, как наш дом был молод и впервые создал альянс с домом Пантир. Спасибо, джедай. It was your plan. I merely executed. But we couldn't have done any of it without you. Lu Organa and my daughter Fasha are getting acquainted as we speak. I spoke with the rest of House Tyrell, and the decision was unanimous. You are our new delegate. Congratulations. Его дочь Фаша и Лю Органа сейчас встречаются, ну, на переговорах, конечно же. Так, хотя, может, и не только. Я говорил с остальными из дома Тарал. И решение было анонимным. Ты теперь наш новый делегат. Поздравляю. Now I need to get to the summit and find Master Sidoni. I have the packet the last delegate was supposed to use, but I don't understand its contents. Some coordinates and a data spike. It appears that you need to go to those coordinates and do something with the data spike. Короче, он даст мне некие координаты и дата спайк какой-то, который был у прошлого кандидата, да. Excuse me then. I must get to the summit right away. Just one moment, Jedi, if I may. We would like to ask one last thing. There will never be peace for House Tyrell as long as House Ulgo exists. If you're able to use your influence as a Jedi to convince the summit to strip House Ulgo, ensure they never hold a title again, we'd show our gratitude. Короче, последнее еще добавил, что не будет. Так, не будет никакого мира, пока дом Ulgo существует. Если сможешь использовать свое влияние как джедай, убедить саммит стрип, не знаю, как переводится. В общем, убедись в том, что у них никогда не будет титула опять. И они будут за это благодарны. Я подумаю об этом. I don't want to do anything that will destabilize the peace. Please, Jedi. House Tyrell has security now, but we still require justice. Good luck at the summit. I hope you find Master Sidoni well and that all goes smoothly. Я сказал, что ничего не буду делать, что подвергнет опасности мирный саммит, мирные переговоры или как там. Ладно, давайте-ка я не могу телепортироваться, еще 20 секунд. Куда там дальше, на саммит теперь надо будет ехать. World Post. Ну ладненько, на этом закончу серию. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока!